Всем привет, ребят. С вами Медиазона. Сегодня мы рассмотрим точку на Ладоге. Ладоге квадрат C3, точка 35-68. Идеальное место для прокачивания донки. Ловлю я на червя обычного, можно поставить навозника, ручейника. Вот. Значит, просто много раз на стримах спрашивали, где можно донки прокачивать. Ну вот это одна из альтернативных точек. За час здесь уходит. Вот если целый час отлавливать, да, и не филонить там, никуда не отходить, то думаю, что хвостов 120 будет изи. Вот смотрите, 57 минут, 119 хвостов. Просто 57 минут. Ну, плюс у меня крючки, конечно, стоят 22. Можно 24 поставить. 24 поставить, половить. Что могу сказать, что здесь клюет? Здесь клюет у нас карась серебряный, гальян, корюшка и корюшка трехиглая. Значит, стоят у меня плетеный шнур 9 килограмм под камень. Вот, крючок 22 и обычный червь. Ну, конечно же, петлевая. Конечно же, петлевая, в принципе. Ни на что другое я особо и не ловлю. Клюет как из пулемета. Вы прекрасно видите. Уже 120 хвостов. 122 хвоста. Так что, кто хочет прокачать донки, да, открыть там какую-то снасть, и у него уже 26 уровень, ну, как сказать, милости просим, пока точка у нас раздает. Еще раз напоминаю, что она находится в квадрате C3, а точка 35-68. Клипса 7.